Кто за то, чтобы в целом принять повестку заседания, прошу голосовать. Против? Воздержавшиеся? Единогласно. Председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района Надежда Суровцева открывает 85-е внеочередное заседание Совета депутатов Щелковского муниципального района. В последний раз мы произносим это название. В повестке дня – переименование в соответствии с требованиями законодательства. Городской округ Щелково вступает в свои права. В соответствии с областным законом о преобразовании нашего муниципалитета, Совет депутатов упразднил название Щелковский муниципальный район в наименованиях органов местного самоуправления. Решения Совета коснулись переименования должности главы Совета депутатов администрации и контрольно-счетной палаты. Теперь глава Совета администрации городского округа Щелково, и никак иначе. 14 депутатов проголосовали «за», 1 Сергей Варгузов «против», 2 депутаты Лютикова и Махмутов воздержались. Решения вступили в силу с момента их принятия. 20 декабря прошлого года Мособлдума приняла закон номер 258 о преобразовании Щелковского района в городской округ. На районные органы местного самоуправления были возложены полномочия органов МСУ округа, но названия их оставались старыми. На прошлой неделе Дума приняла решение о границах городского округа. Пришло время упорядочить и все остальное, дабы к тому же устранить путаницу и упростить работу. Масса документов идет, которые касаются городского округа Щелково. Когда идут эти документы и подписываются они по городскому округу Щелково на бланках администрации Щелковского района, за подписью главы Щелковского района и так далее, то не во всех структурах, не во всех структурных подразделениях правительства Московской области, не во всех учреждениях, всех тех сфер, с которыми приходится взаимодействие, это различные экспертизы и так далее, эти документы принимаются безусловно, потому что к ним тогда нужно прикладывать постоянно закон Московской области. Совету депутатов городского округа Щелково для работы нужен новый официальный бланк. Депутаты приняли соответствующее решение, но пока с поправкой. Место для герба на бланке останется пустым. Специалисты говорят, герб Щелковского района в неизменном виде использовать нельзя. Новый герб городского округа Щелково также будет принимать Совет депутатов. Мы в геральдическую комиссию запрос послали, нам прислали ответ о том, что не может без изменений герб Щелковского района использоваться. Еще одно решение Совета касается ротации депутатов от фракции КПРФ. Совет принял заявление депутата Евгении Корешевой о сложении полномочий. Как было отмечено, это личное желание человека. Профильная комиссия его поддержала. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».